Мы вообще, честно говоря, представляем собой действительную ценность только до той поры, пока мы способны делать что-то, что нужно другим людям. Ну вот вы сами про себя подумайте. Ценность этого нашего личного существования – это не в какой-то истории, которую нужно сохранить. В конечном итоге мы просто останемся в воспоминаниях, кому мы сделали что-то хорошее. Если мы сделали что-то плохое, нас зовут. Вот, поэтому ценность своей собственной истории, она нам внутри кажется какой-то необыкновенно значимой. Но если вы сделаете над собой усилие, то вы увидите, что значимость этой своей собственной личной истории – это не такая уж сверхъестественная ценность. Чем больше вы пишете про себя историю, которую вы хотите сохранить, тем меньше у вас событий для этой истории. Вот. Когда вы проживаете жизнь, не думая о том, что вы должны законспектировать, значит, это собственное существование, чтобы оно, значит, как-то сохранилось где-то, вот, тем вы живете более осмысленной жизнью.